Серьезно? Вот так вот просто решил? Я для чего это все сделаю? Вот ты. Да ты. Ну вот ты сейчас лежишь. Ты. Правильно, я к тебе обращаюсь. Вот ты сейчас лежишь, жалеешь себя, ждешь. Чего ты ждешь? Вот этого я не могу понять. Чего ты ждешь? Тебе надоели вот эти китайско-вьетнамско-турецкие иероглифы в Альянс-чате? Ты устал от неадекватства? Ты устал от поражения? Серьезно? У меня для тебя есть отличное решение. 23-й сервер. Да, Альянс, Маша и Медведи. Я уверен, ты про них слышал. У них очень богатая история. Из достоверных источников получена полная хронология появления Альянса. Для защиты информации своего источника, которого я внедрил на 23-й сервер, я немного исказил ему голос, поэтому послушай, о чем идет речь. Из первых уст, так сказать. Личный альянс состоит практически из двух альянсов русскоговорящих, которые были на сервере. Изначально на сервере был альянс 420, его сейчас нет. Он сейчас, по сути, находится у Вьетнама, его отдали Вьетнаму. И второй альянс, это изначально был РФО, теперь это С-23. Да, безусловно, вот так все просто. 23-й сервер. Мир и благодать. На сервере нет войн, нет интриг, нет скандалов, поэтому с титулами у тебя, дружище, проблем не будет. Быстрее беги и пиши Теркину, или пиши Игоряну, или пиши вообще любому офицеру. Я думаю, что там скажут, кому надо и от кого ты пришел, безусловно. Минимальный набор требований в Альянс А9.1. Адекватство, разумность, благополучие, благосостояние, благо, да в общем, благодать. А-ха. На самом деле все очень просто, дружище. Альянс настолько уже укрепился, сроднился, фактически родственники, фактически семья, как Сид и Нэнси, как Бонни и Клайд, как Том и Джерри, да, все время вместе и неразлучны. Вот именно это тебе и нужно. Сильный альянс Золото 2, которые хотят вырасти до уровня Золота 1. Поэтому именно ты им и нужен. Поэтому тебя там ждут. Хватит терпеть. Хватит страдать. Скорее беги на 23-й сервер. Хоку, ёпта. А по специальному промокоду SOCRAT2024 ты получишь титул 3-го уровня. Шутка. Ну, получше какой-нибудь. Ну, я думаю, получше. Да. Это уникальный опыт, который ты можешь получить здесь. Это уникальный опыт, который ты можешь получить здесь и сейчас. И... Просто респект. Респект, даже несмотря на то, что ролик прервался. Вообще. Секси. I'm sexy in the Nolan. Туру-ту-туру. Ссылка на Discord в описании под роликом. 23-й сервер. Самый лучший 23-й сервер. Набор в Альянс. 23-й сервер. Я повторю еще раз. 23-й сервер. Ссылка под роликом на их Discord, 23-й сервер. Ссылка под роликом, 23-й сервер. Набор в Альянс, молодой амбициозный Альянс, 23-й сервер. Ссылка под роликом.
выключи, выключи, Диан! Ты, правильно, я тебе обращаюсь. Вот ты сейчас лежишь, жалеешь себя, ждешь. Чего ты ждешь? Вот этого я не могу понять. Чего ты ждешь? Тебе надоели вот эти китайско-вьетнамские турецкие иероглифы в Альянс-чате? Ты устал от меня, да? Ты устал от поражения? Серьезно?